Урок жонглирования булыжниками для парней. Откуда вы? Из Петербурга. Из Питера. Два дня до Олимпиады. Разумеется, булыжники натуральные. Натуральные? Да, прям настоящие булыжники такие. Наши питерские. Да, прям. Только что сестру выбили. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки и знакомой тете пчелки, шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горе. Теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Желаете, парни, нашим атлетам? Успехов атлетам нашим точкам. Первое место на Олимпиаде. Да прям давай первое. Все первые места. Вообще. Ну вот. Давай, парни, типа, потрясите, да? Там. Все, все, мы победим, там миллион наград. Я тоже так думаю. Все. Ну вот. Окей. Лайк с парней.